ходе реализации оперативных мероприятий, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, сотрудниками Главного управления по незаконному обороту наркотиков МВД России во взаимодействии с коллегами из Калужской и Тульской областей пресечена деятельность организованной преступной группы по сбыту особо крупной партии наркотических веществ. В организованную преступную группу входили жители города Узловая Тульской области. Это мужчина 26 лет и девушка 21 года, которые временно проживали в городе Калуге. В ходе проведения обысков и при досмотре транспортного средства, на котором они передвигались, сотрудниками полиции изъято более 18 килограммов наркотических средств и психотропных веществ различного наименования. Среди изъятого обнаружены кокаин, гашиш, марихуана, ЛСД, производные наркотического вещества N-метилофедрон, амфетамин и многое другое. Запрещенные вещества были распределены на мелкие партии, упакованы и подготовлены к дальнейшему распространению среди энергозависимых граждан путем помещения в тайники закладки и продажи через интернет-магазин. Кроме того, у молодых людей изъято более 1 миллиона рублей. Денежные средства, как пояснили подозреваемые, получены ими в результате уже реализованных сбытов наркотиков. По данному факту следственным управлением УМВД России по Калужской области возбуждены уголовные дела. За совершение данного преступления Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.